В национальном столичном теннисном центре началась борьба за Кубок президента 2014. Международный турнир для профессионалов мужчин и женщин проводится в Казахстане с 1991 года. Нынешний будет проходить до конца недели. Общий призовой фонд турнира – $225 000. На корте встретятся профессиональные теннисисты из более чем 30 стран мира, что своего рода тоже рекорд. Первым от Казахстана уже выступил Дмитрий Попко. Кстати, наша страна представлена сплошь известными в мировом рейтинге игроками. В их числе финалист прошлогоднего кубка Михаил Кукушкин, Юлия Путинцева и Камила Керимбаева, поднявшиеся в мировом рейтинге на 600 позиций вверх. Спортсмены настроены серьезно и сейчас активно готовятся к предстоящим играм. Состав у него, конечно, очень приличный. Есть несколько ребят из первой сотни, потому что турнир все-таки очень крупный. То есть молодое поколение, поросль, которое мы, конечно же, как тренерским штабом все просматриваем, анализируем и, конечно же, добиваемся успеха, чтобы они прогрессировали. Придаем массовость этому виду спорта. Как можно больше болельщиков имеют возможность наблюдать как и за ведущими профессионалами, так и за ведущими молодым поколением. В рамках Кубка пройдут и другие турниры для детей и юниоров, а также любительские среди мужчин и женщин Астана Оупен. Федерация тенниса ежегодно проводит в Казахстане 47 международных турниров и активно развивает детский теннис. Внедрена мировая практика подготовки спортсменов до 10 лет. Около 1300 детей постарше систематически принимают участие в международных турнирах.